приди на выборы и сделай селфи. В день голосования стартует фотоконкурс «Якутия выбирает». Участие может принять любой желающий, достигший 18 лет. Чтобы стать участником, нужно подойти 18 марта на избирательный участок, сфотографироваться на фоне специальной фотозоны, затем выложить фотографию в своих открытых аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, использовать в хэштеге «Якутия выбирает» и «Выборы 2018». По результатам фотоконкурса будут разыграны призы по 10 айфонов X, айпадов и айпадов мини. Отслеживать результаты и голосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте якутиявыбирает.рф. После 20 марта состоится подведение итогов конкурса. После того, как он разместил свою фотографию, его фотография проверяется нашими модераторами и размещается на сайте автоматически, на сайте якутиявыбирает.рф. И после этого уже голосование идет через сайт. Еще раз напоминаю, голосование будет не в самом Инстаграме или же ВКонтакте, а голосование будет уже на самом сайте. Мы не должны забывать, что выиграет тот человек, который наберет больше всего голосов. У нас еще будут 5 номинаций. Лучшее коллективное фото, лучшее семейное, лучшее молодежное фото, лучшее фото в национальном костюме и лучшее селфи.